Вы смотрите обзор товара удобрения газонное. Весна-лето. Фертика 25 кг. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Комплексное гранулированное удобрение. Содержит все необходимые макро- и микроэлементы в оптимальном соотношении. Способствует быстрому отрастанию трав после очередного скашивания. Повышает густоту травостоя, препятствуя распространению мха и сорных растений. Обеспечивает интенсивную ярко-зеленую окраску газона. Упаковка, пластиковые пакеты по 1,0, 2,5, 5,0, 10,0 и 25,0 кг. Основной состав НПК 11,3, 12,26 икра, нормы и способы внесения. При закладке газона. При закладке газона в разрыхленный верхний слой почвы вносят сухое удобрение из расчета 10 кг на 100 кв, метров и тщательно все перемешивают. Поверхность почвы выравнивают и слегка уплотняют. Весной после таяния снега. Для хорошего и дружного отрастания трав весной, граблями очищают газон от старых листьев и подкармливают из расчета 4-5 кг удобрения на 100 кв, метров. Подкормку проводят сухим удобрением во влажную почву. В период вегетации. Скашивают траву обычно один раз в неделю. После каждого второго скашивания проводят подкормку из расчета 5-7 кг удобрения на 100 кв, метров газона. Удобрения разбрасывают по поверхности газона. Для более равномерного распределения половину нормы рассыпают вдоль участка, а половину – поперек. После этого газон поливают. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.